На встрече клуба «Ветеран», как всегда, интересно и увлекательно. Доброжелательная, по-домашнему уютная атмосфера располагает к общению. Неудивительно, что, собираясь вместе, люди здесь забывают про возраст и проблемы со здоровьем. Сегодня в клубе состоят более 300 человек. Все они живут яркой, насыщенной жизнью, посещают различные кружки, поют в караоке и активно участвуют в жизни города и района. В этом году клубу исполняется 20 лет. В программе объединения регулярно появляются новые тематические занятия и активности. И мы стараемся работать на интерес наших же вот люди, которые к нам приходят. Работаем мы от Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от соцзащиты. А сегодня мы открываем новый факультет, называется «Основы православной церкви». Сюда включены и поездки паломнические по Москве, по России. Первое занятие факультета организаторы посвятили основным вехам истории российского государства и рождественским праздникам. Мероприятие прошло при участии сторонников партии «Единая Россия» в рамках проекта «Моя сторона». По словам идейного вдохновителя и руководителя новой инициативы, историка Людмилы Классинской, культура нашей страны на протяжении веков формировалась под воздействием православия. Поэтому знакомство с историей России будет вестись через призму религиозной тематики. А во время экскурсий по городам участники смогут посещать церкви и храмы. Она будет достаточно обширная, она будет включать в себя и православную обрядность, и какие-то церковные праздники, разъяснения их, и будет включать в себя исторический бесспорно материал, который будет связан с основными городами нашего русского государства. Познавательные встречи в клубе будут проходить два раза в месяц по четвергам. Новый факультет уже вызвал большой интерес представителей старшего поколения. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».